Всем приветики, ребятки! Вы попали на мой канал. Я вас рада видеть. И в этом видео мы вместе с вами распакуем вот такую вот большую посылку Hello Kitty, где целых, по-моему, 8 сюрпризиков. Я вообще точно не помню. Но, в общем-то, тут их много. И тут есть еще вот такой вот, смотрите, какой-то большой. Думаю, вам интересно, что. И еще я сюда забыла вложить вот такую вот уже посылочку, сюрпризик. Поэтому мы с вами потом тоже откроем. Вот, я посчитала тут 9 сюрпризиков. Давайте рассмотрим. Так, тут у нас такая Hello Kitty, Куроми, дальше такая Мелоди перевернутая. И написано Hello Kitty. Также еще мой Simple Dimple. Он у меня за кадром. Вот, смотрите. Simple Dimple. Hello Kitty такая. Так, давайте уже не будем томить, а будем распаковывать наш с вами боксик. Давайте будем доставать по одному. Все, давайте без это, вот это достанем с вами. Без упаковочки, в общем-то. И это такая вывернушка. Тут Hello Kitty, а тут Куроми. Давайте сейчас вывернем. Кстати, я первый раз выворачиваю, поэтому будет сложно. И вот такая вот тут Куроми, вы просто посмотрите. Но, как по мне, Hello Kitty вообще мимимишная. Это такой еще как сквишек, вот, вывернушка. Да, кстати, у меня вот такие вот два новых браслетика. Тут такая Мелоди, вот это вот, и Куроми. Вот, тут у каждой есть палочка, вот, Куроми. Так, давайте переходим дальше. Сейчас, я думаю, засуну сюда вот этот сюрпризик. И мы с вами так перемешаем и будем доставать. Давайте вот этот. Вот, давайте потом еще такой же найдем, чтобы сразу открыть, вот. Все, ладно, давайте все высыпем, чтобы увидели, да, что их много. Это выкидываем за кадр. И такие тут пакетики, вот такие вот два, вот такие вот два. Клеточку, такой один и такой один. А, еще смотрите, вот такие вот с бантиками Hello Kitty и с бантиками Куроми. Много пакетиков. Так, давайте откроем вот такие вот два. Первый давайте такой. Открываем. И нам тут с вами понравится такая вот миленькая Hello Kitty фан-фан. Тут еще есть такой бантик. Его можно еще сюда, кстати, прицепить. О, даже на этом ушке он должен быть. Я вообще не помню. И одежду также можно снимать. Вот. Давайте сейчас прицепим обратно. Вот, кстати, моя первая Лала Фанфан и собачка Фанфан. Это второй персонаж. У меня там еще есть их очень много. Можете также посмотреть на моем канале. Итак, давайте откроем этот пакетик. Я уже думаю, вы догадываетесь, что тут. Или кто тут. И тут, конечно же, Куроми. Но тут можно снять только лишь хвостик. Потому что так получилось. Вот, кстати, в Ютубе и везде в Гугле, нигде в интернете нет картинок, где она без вот этой вот шапочки. Поэтому пришлось нарисовать так. Но мне кажется, тоже так будет красиво. Такие вот две фанфанки. Китти фанфан и Куроми фанфан. Так, дальше давайте откроем. Перемешаем все. Давайте такой. О, окей, давайте два пакетика в клеточку откроем. Так, первый такой. И нам тут с вами подается такой антистрессик. Он может сейчас лопнуть. Поэтому давайте оставим. Да, также туториалы на это все будут на моем YouTube-канале, так что смотрите. Еще у меня есть аккаунт в Лаки, ссылочка будет в описании. Да, вы можете узнавать... Например, спойлеры и все такое. Так. И тут у нас с вами Simple Dimple. Куроми. Теперь у меня есть Simple Dimple Hello Kitty и Куроми. Но Куроми ЛПшка с вот этой Мелоди, по-моему, пишите. Так, дальше давайте... Давайте перемешаем. Вот этот. Окей. Два вот таких вот.
Потом давайте вот этот, потом вот этот. Давайте такой вот. Хочется открыть нормально, но не получается нормально. Но я поняла, как открывать их нормально. Надо обклеивать их скотчем. Лайфхак вам от меня. И нам тут с вами попадается такая масочка для лица Hello Kitty. Так, давайте сейчас откроем, потому что тут есть масочка сама. И примерим на нашу с вами уточку. Итак, утя пришла. И вот такая вот масочка, мне кажется, просто не милашна. Так, а на собачке, для нее она маленькая. О, смотрите, как прикольно. Носик. На мишку похоже, да, чем-то? Так, давайте положим. Так, нам сейчас уточка пригодится, потому что тут кое-что еще из бумажной косметики. И это вот такие вот патчи на губы. Или масочка на губы, да. Так, тут такие мини-губки. Кьют мини в большом пакетике. Класс. Так, примеряем на утю. Смотрите, какая модная утя инстасамка. Всем привет. Так, давайте сейчас положим сюда. Также еще в лайке у меня есть магазин с антистрессами, и он скоро будет вообще огромный, поэтому обязательно подписывайтесь. Так, давайте теперь откроем большой пакетик. Думаю, вам очень сильно интересно, что же тут находится. Поэтому открываем. И достаем. Вы готовы? 3, 2, 1. И это вот такой вот сквидопоп Hello Kitty. Да, он просто очень прикольный. Я его долго делала. Тут такие 5 пупырочек. Кстати, как на Хаги-Ваги. Так, и этот пакетик. Тут вот так. И тут вот такой вот спиннер. Спиннер Hello Kitty. Также его еще можно покрутить вот тут. Он двухсторонний. Все, я залипла на спиннере. У меня также еще есть, кстати, настоящий. Это мой самый самодельный первый настоящий спиннер, потому что другие у меня там были Simple Dimple и все такое. Но, а наша с вами распаковочка подошла к концу. И сегодня мы распаковали целых 9 пакетиков. У нас 9 сюрпризиков было. Приветики, кексики, вы попали на мой канал. Я вас рада видеть. Это распаковочка вот такой прозрачной посылки с самодельными прозрачными антистрессами. Надеюсь, что вам это видео понравится. Вы меня поддержите своими лайками. Но вы также обязательно подписывайтесь на мой лайки. Там я снимаю короткие видео. Также еще и видео с боксиками. Так, тут буковка и немного куда-то ускакала. Но окей, ничего страшного. В общем-то, такая прикольная посылка. Также, кстати, сквишики. Они еще возвращают свою форму. Так, опять буковки сейчас все ускачут. Да, ну а мы с вами не будем томить. И давайте уже будем распаковывать нашу с вами посылочку. Тут, по-моему, 7 сюрпризиков, я точно не помню. Также еще будет адвент-календарь на Новый год. Очень бомбический. Также еще есть бумажными сюрпризиками. Ждите. Идея, кстати, этого видео моя. И никто такие не делал. Возможно, их даже сделают в производстве. Я очень на это надеюсь. Итак, давайте будем... Ладно, окей, давайте сейчас все высыпем с вами. И вот так вот у нас с вами выглядит. Давайте сейчас уберем все наши антистрессики. Вот так это выглядит, наша с вами такая упаковочка. Она очень бомбическая, особенно эти антистрессики. Итак, ну а мы переходим к распаковке наших с вами пакетиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пакетиков. Вообще-то у меня за кадром еще есть один антистрессик, поэтому давайте я сейчас его принесу. Я просто его не хотела помять, и поэтому решила сюда не класть. И это вот такая вот прозрачная вывернушка как раз к Новому году. Да, у меня будет также еще адвент-календарь с новогодними антистрессиками. Вот. Возможно, я его тоже сюда положу, может, кто-то не видел. И тут у нас с вами елочка, и тут окошко. Давайте не будем выворачивать. Хотя давайте вывернем, конечно же. Так. Было окошко, стало елочка.
Ёлочка в окошке, в рамочке. Такая вот прикольная также вывернушка, она еще и мягкая. Все туториалы на тень стресса обязательно будут. Так, переходим дальше. Давайте распакуем, например, вот такой вот пакетик. Так. И у нас с вами антистресс-кубик, он куда-то ускакал. Я его ищу на полу, а он у меня тут, на подоконнике. Так, тут у нас с вами есть такой антистресс-велкро-саунд. Я его, кстати, придумала сама. Можете также посмотреть, как его сделать. Тут упрощенная версия, дальше вот такая штучка. Так, такие таблеточки. Дальше вот такой вот антистрессик. Такие. Так, кнопочка. И симпл-димпл. Надо было только взять другую штучку от бутылочки. Потому что тут почти ничего не чувствуется. Так, это наш с вами второй антистрессик. Отложим его в сторонку. Так, третий давайте распакуем вот такой вот. Хотя нет, давайте его напоследок. То все пакетики могут испортиться. О, и это вот такой вот полностью прозрачный Simple Dimple. Не то, что вот такие вот прозрачные, да, но все равно тут ничего не видно. Но этот просто... Тут тоже, кстати. Вот тут все очень хорошо видно. Вы просто посмотрите. Такой прикольный Simple Dimple в виде бутылочки. Обязательно ждите туториал и пишите в комментариях, на какие антистрессики вы хотите их побыстрее. Я обязательно выложу. Так, дальше следующий пакетик. Давайте вот такой вот тут у нас с вами. Вот так. Так. И это такой сквид-поп в виде алмазика. Давайте потом в конце видео его обязательно затестим. Так, ну а пока откладываем. И давайте распакуем самый маленький пакетик. И это, да, вот такой вот антистресс, который у нас с вами был на антистресс-кубике. Я его, кстати, ни разу не делала. И вот это тоже. Вот он. Это тут такие маленькие, тут побольше. Вот такой вот классный антистресс. Так, переходим дальше. Следующий. Давайте откроем вот такой вот самый красивый пакетик. И вот этот красивый. И вот этот. Вот этот. И нам тут с вами попадается вот такой вот снайперс. Мне кажется, он просто бомбический. Он, кстати, посмотрите, как сочетается с моим маникюром. Это просто милота мимимишность. Этот белый еще внутри цвет. Да, я хотела леску сюда засунуть, но она бы порвалась. Да, кстати, на этом антистрессе тут должна была быть леска, но, к сожалению, тогда у меня ее не нашлось. А на этом антистрессе тут есть леска. Тут как-то покрасивее, я потом обязательно заменю. Так, следующий, давайте, такой пакетик. По красоте. Мы уже пошли самые такие красивые к некрасивым. И нам тут с вами попадается лягушка Пипи. Ах ты шалунишка. Хотела я по носику, но у нее нет носика. Вот такая вот двухстороннее лягушка Пипи. Тын-тын-тын. Да, тут, кстати, по-моему, не так восстанавливается, как на пакетике. Вот тут. Тын-тын-тын-тын. Не знаю почему. А, потому что... А, хотя там тоже... Ладно, в общем-то, такая лягушка. Следующий пакетик. Давайте вот такой. Как тут мы с вами распакуем? Мы тоже, да, вот так вот. И как вы думаете, что это? Это такой пузырек в пеньке. В пеньке, да. В такой трубочке. Я очень долго думала, как его сделать прозрачным. И вот придумала... А, нет, я снимала видео, как сделать киси-миси в пеньке. А, нет, даже белку в пеньке. Когда проверяла лайфхаки от подписчиков. Кстати, возможно, скоро будет это видео возобновления рубрики. В общем-то, такой пенечек. И последний наш антистресс. Я уже думаю, вы поняли, что тут. Это вот такой вот. Так.
Я хотела вообще из него сделать кое-какой другой антистресс на Новый год, но что-то пошло не так, и решила, ну, пусть будет прозрачным, все равно прозрачный. Только вот это вот давайте мы сами снимем, и теперь он точно прозрачный полностью. Уи. Все, я залипла. Ага, и потом минус фон. Как чуть не было. О, смотрите, глазки, ротик. Ух, это глазки. Подождите. Я хочу, чтобы в двух местах сразу. О! В общем-то, такой антистрессик новому видео подошло к концу. И нам попались вот такие вот антистрессики. Пишите в комментариях, какой вам понравился больше всего. Мне вывернушка. Давайте ее обратно вывернем. Потому что с этой стороны мне она нравится побольше. Такое красивенькое окошечко. Так, вывернушку вывернули. Вот, самое красивое, как по мне, это вывернушка. Потом идет это вот такой вот, просто он полностью прозрачный, это очень классно. А самое, как по мне, не очень, это, наверное, вот этот. Так, какой у нас тут еще? Вот такой вот антистресс, ну, вроде бы и все. И вот такие вот пакетики, а, и также еще вот такие вот сквишки. Их отсюда можно отцепить, и они тоже будут сквишиками, потому что... Которые восстанавливают свою форму. Так, наш с вами Сквидопоп, идем тестить. Ну, а мы с ними пришли к нашему окошку. Итак, прицепляем. Он должен быть бомбический, потому что тогда присоски клеивала скотчем, когда его делаем. Это была тогда моя большая ошибка, то, что я этого не делаю. Вау. Моей маме иногда кажется то, что у нас не будет окна. Ну да, такие присоски. Это просто шок. Иногда бывает. Вот, кстати, когда еще пройдет побольше времени, подостынет, это суперклей станет потверже, можно будет вообще бомбически с ним играть. А так прошла, ну, неделя, 7 дней примерно после того, как я его решила испробовать. Просто посмотрите, какая она толстая. Книжка, домик, Хаги-Ваги. Вот все, спалилась уже. Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал. Я вас рада видеть. И это эксклюзивное видео, потому что сегодня мы с вами распакуем вот такую... Вот большую посылку Хаги-Ваги. Вы просто посмотрите, какая она толстая. Я это еле все сюда запихнула, смотрите. Мягенько, это даже что-то есть. Как будто вот такой гигантский сквишек. Но нет. Надеюсь, то, что вам это видео понравится. И вы мне также поддержите своим лайком за страни. Ведь я стараюсь только для вас, для моих любимых подписчиков. Да, также еще на моем канале проходит конкурс на пиар-коллекцию и все такое. В общем-то, переходите по ссылочке в описании, либо тут в подсказочке вверху, либо на мой канал и участвуйте. Итоги будут уже на следующей неделе, то есть 1 мая. Да, я вам всем также желаю удачи. Да и всех вас, кстати, с Пасхой, Христос воскрес. Ну, а мы начинаем нашу распаковочку. Да, кстати, эта посылка даже не помещается в кадр. Тут есть такая вывернушка, я ее, кстати, делала. Снизи Хаги-Ваги. Думала сюда положить, но потом как-то передумала. Дальше такой Хаги-Ваги, который забирает свою маму. Вот так вот ее накрыл. Дальше тут есть такой антистрессик. Хаги-Ваги в пеньке. Точнее, друг Хаги-Ваги. Напишите в комментариях, как его зовут, если вы знаете вот этого зелененького. Дальше ротик Хаги-Ваги, глазки Хаги-Ваги. И ротик вот это вот мамы. Итак, я думаю, то, что давайте я буду так снимать и не буду уменьшать. Просто будет тогда некрасиво. Я вам просто вот так покажу именно целиком эту посылочку. Вот просто фон. Это значит то, что очень большая посылка. Я думаю, буду утаскивать все закрытыми глазами по одному. Да, это уже открыла. Уже высыпается что-то. Так, давайте не будем томить и открываем. Давайте самое прикольное достанем. Вот это. Просто
самое лучшее, что здесь есть. Аж даже фон наш в шоке. Итак, открываем тут, где-то должна быть насечка. Ладно, давайте так откроем. Итак, и тут вот такая вот книжка «Домик Хаги-Ваги». Вы просто посмотрите, как же это миленько смотрится. И вот задняя сторона. Ну что ж, давайте откроем. Я ее, кстати, делала где-то 3 недельки. Это просто очень много, либо же 4, потому что только суббота и воскресенье. Ну, еще вот в четверг снимала, но очень мало. Итак, давайте первая страничка. Кстати, все идеи Паи на то, что нам попадется, будут, так что ждите. Итак, тут у нас есть такой шкафчик, дальше комнатка с Хаги-Ваги. Давайте перейдем в шкаф. И тут есть одежда для Хаги-Ваги и такая вешалка тут одна, потому что одежда вот на Хаги-Ваги Бравл Старс. Вот, кстати, такой у нас Хаги-Ваги. Ладно, давайте он у нас... Не, давайте мы его переоденем. Так, это мы вешаем сюда на вешалку. И вот так. Тут у нас с вами еще есть такая одежда. То есть здесь и вот такая вот с пупырками. Давайте оденем вот такую вот, где ты здесь. Хотя нет. Хотя да. Тут еще шортики. Так, одеваем футболочку и шортики. И вешаем. Так. И шортики для нашего Хаги-Ваги, вот. Теперь он готов к футболу, так скажем. Дальше, тут у меня есть такая кроватка. Тут нарисована Кисси-Мисси и сам Хаги-Ваги. И такие 3 подушечки. Они, кстати, сквишки. Дальше тут есть такой прикольный шкаф. Такой светильник, дальше... фоторамка, картинка с Хаги-Ваги и цветочек. А тут у нас с вами потайник в самую прикольную комнату. Итак, Хаги-Ваги, отправляйся туда. Пока-пока! Итак, давайте. Вот, он уже телепортнулся, и это игровая. Да, я еще также хочу снять видео, как я с моей мамой играю во все эти игры. Тут их пока что только 3. Если же у вас есть еще какие-то идейки, то обязательно пишите в комментариях. Я думаю, ой, может быть, еще сделать домино и положить его сюда. В общем-то, я еще подумаю, но вряд ли, потому что его также очень долго делать. А для вас хочу снимать еще что-то новенькое. Может быть, в ТикТоке я что-то поделаю, потому что тут еще есть место. Так, тут у нас с вами есть карты. Сейчас я вам их покажу. Вот такие вот игровые карточки. Хаги-Ваги, Кисси-Мисси. Эксклюзивная карточка. Его мама. Зелененький Хаги-Ваги. И все, да. Вот такие вот. Вот. 3, 4, 5 карточек. Вообще 4. Это одна. Да, и тут еще есть такие номерки. От 1, по-моему, до 4. Или до 5. Не помню. И такие смайлики. Да, правила я потом буду объяснять в DIY. Так что ждите. Да, кстати, следующее видео будет именно про эту книжку. Будет 2 части, потому что оно на 40 минут. Так, давайте положим сюда. И дальше у нас тут идет игровое поле. Вот такое. Poppy Playtime Start. Вот с Кисси-Мисси на Хаги-Ваги, с Хаги-Ваги на Кисси-Мисси перемещаемся. Просто в DIY, я не помню, говорила, либо же нет. Такая мордочка, зубки, ротик, куда же без него. Такие вот штучки и финиш. И тут у нас с вами есть вот такая вот доска, такой мольберт. И тут я написала «люблю вас», да, вы мой самый лучший. И такие 2 губки. И также это все потом можно будет стереть. И тут я писала белым маркером. И тут у нас есть такие 2 фишечки для нашей с вами игры. Это Хаги-Ваги и Кисси-Мисси. Можно будет еще сделать маму и друзей, потому что тут тоже есть место. Если у вас есть идейки, то обязательно пишите в комментариях. Ведь, кстати, скоро будет лето, я смогу побольше снимать для вас видео. Ну, в общем-то, книжечка наша подошла к концу.
тут одна, две, ну как сказать, одна комната и две. Может быть, я ее еще дальше буду делать. И наш сын Хаги-Ваги, и он хочет поспать. Можно еще сделать кухню и бассейн, кстати, да. Ладно, давайте переходим дальше. Так, книжку мы с вами посмотрели. Дальше следующее. Давайте будет вот это. О, прикольный сюрпризик. Давайте это уберем. Книжка. Я думаю, вообще уберу за кадр. Так, открыванька. Такой сквиши, наверное, тут. Прикольный сюрпризик. И нам тут с вами попадается киси-миси в пеньке. Можно еще вот так вот. Вот, с двух сторон прикольно. Подмигивает. В общем-то, такая киси-миси в пеньке. Так, переходим дальше. Давайте вот этот пакетик. Так. И нам тут с вами попадается Simple Dimple Хаги-Ваги. Так вот он кликает. Да, мне также еще есть, кстати, костюмчик для Лала Фанфан Хаги-Ваги. Ладно, переходим дальше, а то я залипну. Вот это будет просто мое самое теперь любимое видео. Дальше два таких сюрпризика. Я уже знаю, что тут. Давайте откроем вначале вот этот. А кто тут, я не знаю. И нам тут с вами попадается... Так, давайте откроем второй и потом посмотрим. Вот все, спалилось уже. Ладно, тут Хаги-Ваги. И тут, как вы думаете, кто? Правильно, киси-миси. Хаги-Ваги, киси-миси, новый Елла Фан-Фан. Да, тут также можно снимать одежду. Вот платьишко. Так, давайте оденем на нее. И тут есть туфельки еще такие. И Хаги-Ваги также можно снимать. О. Ну, и то тоже не хочу просто. Давайте приклеим ровненько. Вот. Есть такие, да, ботиночки. Оно, кстати, вот так вот все отдельно. Так, переходим дальше. Потому что нас еще тут очень много. Дальше давайте откроем вот это. Что тут? Просто что творится за кадром? Я думаю, все пакетики буду кидать на пол, а сюрпризики будут у меня тут на подоконнике. Так, открываем. Та-дам! Да. Смотрите, новый Хаги-Ваги или киси-миси. Называйте это как хотите, но, в общем-то, что я могу сказать? Это такой пранк, ребятки, мои кексики. Ладно, на самом деле, я тогда просто запуталась, не знаю почему, и нарисовала вот такую вот собачку Лала Фан-Фан. Либо же это волк, в общем-то... Думайте, как хотите. И потом я такая подумала, у меня все равно нет времени делать еще одно такое молочко, только Хаги-Ваги и киси-миси. Я такая подумала, ну ладно, пусть уже будет вот это. Да, в общем-то, такое молочко. У нас Лала Фан-Фан. Вот милк, милк, милк. 50 грамм тут, кстати. Да, вот такое молочко с трубочкой, с голубенькой. Так, переходим дальше. Там еще есть что-то очень прикольное. Давайте самое прикольное на потом. Давайте вот это откроем. А, я поняла, что тут. Такой пакетик. И тут мама Хаги-Ваги сквишит.
Я такая просто сейчас посмотрела в окно, и на меня какой-то мальчик посмотрел, когда проходил. Ладно, вот такой сквишек. Так, дальше. Уже тут просто вываливается все. Тут еще есть много всего. Так, это на потом. Давайте. О, я поняла, что тут. И нам тут попадаются конфетки Хагивайи. Давайте сейчас их достанем. Я вам покажу. Их доставать. Вот так, давайте я достану две конфетки, потому что все не хочу, будет сложно. Да, тут, кстати, такой Хагивайи и штрих-код забыла вам показать. Просто хочется вам конфетки показать побыстрее. Так, одна конфетка досталась, и дальше вторая. Ну, тут, мне кажется, будет быстренько, да? Вот. Киси-миси и желтенький какой-то Хагивайи. Кто это, друг Хагивайи? Вот. Надо будет запомнить их имена, чтобы вам говорить. Вот такие вот две конфетки. Тут еще есть синенькие Хагивайи, вот тут есть лички, и зелененькие, там тоже есть лички, вот. Так, давайте засунем обратно. Да, и тут закрываем на скотч. И переходим дальше. Следующее, что у нас есть. А вот тут два. Сюрпризика осталось, да? Да, все, два сюрпризика. Вот тут больше ничего нет, к сожалению. Вот просто распаковывать это так прикольно. У нас тут есть такие два сюрпризика. Это новый антистресс. Ну, как сказать, новый. Я его еще не делала на своем канале. Итак, так же, как и вот этот. Давай. И тут... Вы догадались, что это? Он ускакал. И это, конечно же, такие липкие шарики Glossless. Да, вот этот не липкий, но я его обязательно сейчас сделаю липким. Потому что тут у меня лежат два липких. Просто не было красивого пакетика. А так бы он бы прилип. Асмр. Такие вот тут два шарика губы. Давайте сейчас откроем. Открываем, они уже тут липнут. Так. Один. Вот такой вот зелененький. Я за кадр его уберу, пожалуй. И второй. Так, чуть на фоне скакал. В таком пакетике красивом это все было. Ну, кстати, есть закрывашечка такая даже. Хотела использовать этот пакетик для бумажных сюрпризов, но использовала для вот этого. Ладно. И вот такие вот они. Так, ну а я делаю этот шарик липким. Я уже вернулась. Кстати, сегодня мой день. Вот тогда я доделывала утречком вот посылку. Да, кстати, я сегодня же снимаю это видео. Вот на Пасху, как вы могли понять. И выглянуло солнышко, и стало светло. А тогда я видела тучи, тучи, тучи там были. Я сейчас так обрадовалась. Думала, опять потем, как буду снимать такие шарики. Подождите-ка. Вот этот розовенький отличается по структуре. Так, ладно, я залипла. Да, вот такие вот Хагивайи, киси-миси и зелененький чубзик. Они, кстати, не липнут, но лучше не будем рисковать. Но мое видео подошло к концу, и сегодня нам с вами попалась книжечка «Домик Хагивайи». Самим Хагивайи, конечно же, куда же без него. И подушечки тоже решили показаться. Да, еще, кстати, можно сделать вот так. Ладно, давайте так сделаем обычно.